Губернатор Виктор Толоконский провел традиционное аппаратное совещание с правительством края и руководителями правоохранительных структур. Одной из главных тем стала ситуация с пожарами и паводками, как отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по краю Вадим Сизых. Сейчас подтопление и превышение критического уровня воды не зафиксировано. Прошел ледоход в Енисейском и Туруханском районах. Все находится под постоянным контролем спасателей. Что касается противопожарной обстановки, с 20 апреля почти во всем крае введен особый режим, но местные жители все равно жгут сухую траву. Зарегистрировано более 840 таких возгораний. Наиболее сложная обстановка сложилась в Нижнеингашском районе, где возникло несколько крупных очагов. На ликвидацию одного из них потребовалось 4 дня. Пришлось даже привлекать пожарный поезд. Виктор Толоконский отметил, что необходимо активнее информировать людей не только о запрете на палы сухостоя, но и о последствиях неосторожного обращения с огнем. Я прошу здесь эту ситуацию переломить, чтобы все занимались предупреждением и мгновенно, еще до отчета, уничтожение пожаров. Силы и средства органы управления территориальной подсистемы функционируют в режиме функционирования повышенной готовности. Главное управление МЧС также с 29 числа функционирует в режиме повышенной готовности. За период с 25 апреля по 3 мая чрезвычайных ситуаций и происшествий не зафиксировано. Обстановка с техногенными пожарами за данный период потушено 107 пожаров. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас, в принципе, небольшое снижение. Формировать уже такой режим. Среди обсуждавшихся вопросов подготовка к Дню Победы. Глава Красноярска Эдхамак Булатов доложил, что в ближайшее время завершится ремонт дорог и нанесение разметки на центральных улицах города. Обсудили и посевную кампанию. Министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов сообщил, что в 16 из 36 аграрных территорий уже начали сеять зерновые. Обработано более 40 тысяч гектаров. Все предприятия региона имеют высокую степень обеспеченности оборудования и расходными материалами, а запасы ГСМ находятся на постоянном контроле ведомства. Здесь вопросов никаких нет. Обеспеченность порядка 67-70%, что также выше периода прошлого года. Это по дистоплю, по бензину, ну, в принципе, там несколько ниже, но такой необходимости, чтобы закупать при наличии действительно многообразие оптовых продавцов ГСМ, я считаю, необходимости нет.